Привет-привет, друзья! Это я, друг Шеди и Лески, Нубик Кубик. Сегодня я подготовила для них настоящее испытание. Думаю, что они точно напугаются. Я стал настоящим нубом Экзе. От меня им не уйти. Шеди и Леска даже не подозревают, что сегодня будет происходить. Так что поставь прямо сейчас лайк под этим видео. Давайте их поддержим и, конечно же, жми на красную кнопку подписаться. Ну что же, время начинается, погнали! Ах да, чуть не забыл. Напиши в комментариях, чего ты боишься больше всего. Но теперь точно начинаем. Все, по-моему, мы с тобой успели все сделать. О, я пойду спать, Леска, это уже невозможно, честное слово. Я прям... Да, я тоже, наверное. Ой, Нубик, ты что ли там в окне выглядываешь? Капец ты меня... Ты что пугаешь-то так? Нубик, ты видел, сколько времени на часах? 2 часа ночи, какие сладости? Это же вредно кушать-то. Ну пошлите, ну пожалуйста. Нубик, ты что, кулинарную книгу купил, что ли? Ладно, это впервые в истории то, что Нубик вместо какого-то газульки нам дает торт. Пойдем попробуем, посмотрим, что это такое у него там. Ладно, так уж и быть, хоть и 2 часа ночи, но все равно, Нубик, пойдем. Так. Пойдем, 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 пойдем. Так, слушай, ты, конечно, даешь, а почему ты так поздно готовишь? Что там готовил-то? Потому что я начал готовить с вечера, думал, вечером получится вас позвать. Но оказалось, что это очень долго и сложно готовить. Ну и чё бы это, я согласен, тортики готовить это... Это точно. Это жесть. Это ты по той книге готовил, что ли? Ты купил какой-то там с рецептом? Три? Ничего себе, Нубик, ты, но конечно, жесткий. Пойдемте. Нифига себе, слушай, я бы никогда не подумал, то, что ты такую штуку можешь выбрать, приготовить. Какой выбираешь? Слушай, я вот этот левый возьму, шоколадный. Левый клубничный выберет. Да, мне с ягодками. О, Нубик, ну спасибо тебе большое, конечно, да, так. Спасибо, спасибо, слушай, большое, я слушай. Лопну. Слушай, я правда это особо есть не хочу, но я думаю, то, что в принципе это. Не, ну, я вижу, и мы если что, Нубик, это домой заберем. Нубик, ты чё? Что такое? Да нет, ничего, тут броню смотрю, проверяю ее. А, ну давай, давай. Так, Леска, садись, что тогда? Че, давай, Нубик, мы тогда забираем это и завтра тогда еще это. Да, скушаем, когда в гости придешь, тогда я сейчас его. Так. Нубик. А мы съедим? Ой, сейчас. Я забираю. Нубик! Леска! Что? Мне что-то плохо! Нубик, ты что с этими тортиками сделал? Я не понял. Леска, мне плохо. Нубик, что ты сделал с этими тортиками? Ты ингредиенты походу перепутал. Нубик, ты что-то там реально не то насыпал порошок. Леска, я теряю сознание походу. Меня вообще прям капец как мутит. О, вот это меня, конечно, просто затарабанило, честно говоря. Вообще тошнит меня прям. О, Леска, ты видала, что это за торт вообще был? Гадский как... Я не знаю. Какой-то... Нубик! Леска, что с ним такое? Леска, где Нубик, мы с тобой? Это... Ты что, Нубик? Что происходит? Под нами Леска, лава, похоже, посмотри. Леска, мы, походу, траванулись. Это галлюцинации какие-то. Да ай! Ладно, ты серьезно? Нубик, что с тобой случилось? Ты чего? Озверел. Нубик, озверел. Покраснел. Посмотрю, что с тобой? Что-то с одеждой, ноги, руки, посмотри, я страшные. Я вообще-то забрал вашего Нубика-Кубика, я Нубик-Зэ. В смысле? Леска, мы с тобой тоже траванулись, походу. Это просто какой-то этот прикол, походу. Слушайте, это реально какая-то ерунда. А ты посмотри, сколько дверей находится вон на той стене. Слушай, что мне нам... такое ощущение, как будто я вижу сон в бреду в каком-то. Что мы должны? Пройти мои испытания, чтобы увидеть своего Нубика-Кубика. Леска, если ты даже галлюцинации, то мне кажется, чтобы они закончились, нам придется с тобой проходить эти испытания. Капец, он страшный. Знаешь, он такое чувство, как будто бы в каком-то халате таком докторском находится. Отойди от меня, не трогай меня. Нет, ты тоже не подходи. Смотри, пытай. О, он по... Я мог выбраться отсюда. Леска, нам надо думать. Нам надо думать, смотри. Давай потолок ломать, я не знаю. Скорее всего, вот эти все двери на той стене находятся там не просто так. Во-первых, нам нужно с тобой найти способ, как выбраться из этой решетки, а во-вторых... А как мы туда забираться найти дверь. Я не знаю. Ты посмотри, они просто на стене ответственные, ничего не делают. Леска, погоди, а на моей клетке что-то находится? Я просто на твоей клетке вижу какой-то какой-то бревно или... У тебя сундук и стул. А, у тебя тоже сундук, подожди, увидела. Реально? Да-да-да. Стой, стой, погоди, а что если... Сейчас я пробую. О, смотри, я прыгнул. Лег, короче, и это. Все, я понял, Леска, что надо делать, смотри. Не надо. Не хочу, Нубик, Леска. Подожди, мы же так смотри, и не сможем пройти. Я прыгну сейчас и сяду на стул. О, я выбрался, Леска. Я так, здесь в этом сундуке Нубик. Лежит еще один стул. Ой. Ай! Нубик,
Нубик, ты так, же меня совсем уже тут Леска, просто Леска, сейчас будет опасный трюк, короче, надо туда поставить. Так, так, Леска, ты сможешь так же прыгать и одновременно лечь, короче? Вот как-то так сделать, я не знаю. Так я не могу дотянуться, ладно, была не была. Ай! О, выжил. О, Леска, получилось! Давай, аккуратно, сейчас, аккуратно только. Тихо, ой, тихо, тихо, вставай. Дорогие. Вставай, вставай, оп, вставай. Теперь так, смотри, а что тебе нужно сделать. Тебе нужно, короче, вот так вот сбоку можно разбежаться. Так. Прыгнуть и в полете успеть сесть на стул, но я не успел это сейчас сделать. Леска, нет, почему я не проснулся? Я надеялся, что я хотя бы от этого проснусь. Знаешь, когда иногда вот сны снятся, ты такой думаешь, надо себя ущипнуть. И вот ты типа так делаешь и просыпаешься. Есть, у меня получилось. Вообще-то это не сон. Так. Это реальность, чего вы думали тут? Так, я попробую, я правда... Слушай, смотри, давай. Разбегаюсь и просто вверх прыгаю, да? В настоящей реальности. Звезды, Леска, вот. Прыгай и цепляйся за стул. Я мимо рукой. Так, я понял, хорошо, я вижу на той решетке еще один сундук, так что я переместился сюда и нашел два стака эндерперлов. Я понял, возле каждой двери находится кнопка. В каждую кнопку нам нужно попасть и на секунду, а вернее, пока стрела не исчезнет, нам нужно будет... узнать, где настоящая дверь. Короче, на, лук, половина стрел и погнали. Не надо, нам еще целиться надо в эти двери. Леска, ты забрала все, да? Так, да. В смысле, я же... Ой, смотри, так, там бедрок, Леска, там бедроковая стена. Помни то, что количество стрел у нас не бесконечно. Нубик, а почему там дверь без кнопки находится посередине, я что-то не понял. Как нам быть-то, посмотри, там кнопки-то нет. Смотри, тоже бедрок. Бедрок, надо что-то... Все, что я пока что попал, там везде бедрок. Так, слушай, я пока что так приноровился, я прям каждую кнопку... Вот, так, что там? Вот. Тоже бедрок. Слушай, так одни бедроки кругом, как мы будем... Попадаю просто одну за одной, посмотрите, просто как... Ой, нет, так, мне как-то почти надо... попал. Ты точно не сможешь это сделать. Очень круто. В смысле не смогу, у меня еще 21 стрела вообще-то осталось. Так что все получится. Смотри. Так, смотри, Леска, попадаю. Давай вот эту всю правую часть... Да где что такое, я же попал в кнопку. Давай правую. Леска, у меня 17 стрел всего лишь. Это у мало. У меня 23. Так, ой, хорошо. Так, стой, вниз. Да везде бедрок, здесь нет настоящей двери, походу. Нубик, ты тролейбасишь нас или что? Вы просто вообще-то не умеете так, искать. Вон она. Мы умеем искать. Леска, я что-то нашел, смотри. Покажи. Видишь, вон там дверь справа. Что-то. Она какая-то да, прямо да, слишком да, темная. Короче, да, насколько я понимаю, теперь... Нужно эндерперлы, на тебе стак эндерперлов, короче, нужно их кидать и попасть прямо туда. Прям в эту. Ну, так а что, если один из нас пройдет твое испытание? Ты поможешь второму человеку? Да. Дверь открой, ты что, офигел, что ли? Ты что, нафига стрелу оттуда забрал? Мы же сейчас просто в стену. Отойди оттуда, отойди оттуда. Без вариантов. Жесть просто. Конечно, тут что такое? Вот теперь я попасть не могу из-за этого. Что ж такое-то? Смотри, Леска, все двери уже открыли. Так, все, ладно, я пошел. Так, давай, сейчас, пожалуйста, пожалуйста. Нет, я промахнулся. Это будет сложно. Смотри, дверь закрывается сразу же. Дверь закрывается, потому что стрела, а вернее, то, я что... поняла, она держит кнопку. Я туда да? телепортировался, я стрелу забрал, короче, и все. Так, ага, держит, все, я понял. Так, только я туда снова человек лечу. Человек может это пройти. Кто же это? Да что ж такое-то? Я не понимаю. Я не понимаю, почему не получается. А как ты. Слушай, а под таким углом разве это возможно? Мне еще ну, лава мне мешает. Кажется, мне еще мне лава кажется, мешает. Если бы Нубик хотя бы никто на нашем уровне сделал эту дверь. Не-не-не-не-не. Мне а кажется, мы сможем. Так, я снизу говорите? Стреляю. Да что ж, я просто туда попасть не могу. Все нормально будет. Так, сейчас я как-нибудь. Леска, один из нас, пока не пройдет, мы здесь навсегда застрянем. Так, Леска, сколько не стрел? Надо какой полетать? 16 уже сейчас будет. Так, я стреляю. Давай по одному, давай сначала я все стрелы давай, закончу, давай, потом я думала, ты уже. Не стреляешь. Так, сейчас как-нибудь вон туда получше и. Да что ж такое-то, она отбивается, это невозможно туда попасть. Так ты бьешься об эту прямо. И это невозможно, в смысле, так, а куда мне целиться-то тогда? Я ж прям хорошо попадаю, не понимаю, почему... А почему ты не знаю, куда... Да потому что нет, угол не очень надо. Высоко. Мы все, я, то есть я высоко от тебя, да, якобы? Да. Так, интересно, конечно. Ну нет, а ты, сейчас я низко. Я прямо поняла. Туда, я прям туда кидаю, да. Я не понимаю как. Я не понимаю как, я не понимаю как это проходить, это очень непонятно. Нубик, ну ты затеял, конечно. Так, это просто, у меня 13... Почему у меня стрелы увеличиваются? А, ну потому что я туда летаю и стрелы забираю, но эндерперлы кончаются при этом. Хотя бы что-то плюс. Так, сейчас как-нибудь, пожалуйста, давай же! Да нет, это... Ну это правда невозможно. Это да, правда просто невозможно. Но, так, это невыполнимо, давай туда нас забирай тогда. Не-не-не, я пройду.
Я пройду, мне пофигу. Я это сделаю. Я все равно буду проходить. Я уверен, что это возможно сделать. Так, сейчас еще раз попробуем. Так, сейчас туда, короче, надо нормально прям прицелиться. Так. Так, он туда. Есть! Получилось! Я это сделал! Все, давай! Ты сказал то, что поможешь второму человеку. Давай помогай резко сюда добираться. Всё, строй там что-нибудь. Либо дорогу, либо еще что-нибудь делай. Да. Есть, капец! А что тут так темно только? Куда там идти-то? Там такой тоннель. То, что вообще ничего не видно. Хотя бы что-то, да? Нубик нормалёк. Экзе исполняет какие-то обещания свои. Нубик Экзе строит просто. Нубик Экзе стал добрым, походу, да? Нет. Я бы не знаю, я бы так не спешила. Ну нет, так нет, получается. Бензопилу врубит тут, знаешь? Так. Ой. Сейчас несколько если упадет, это еще? Будет эпик просто. Давай, ты, Нубик, давай. Выбивай из-под меня. Да вот не строй вот эти лестницы, она и так пройдет. Все, давай. Все, поехали. Заходим. Все, я пошел туда, в темноту. Привет. Что бы там ни было, я не знаю, но там очень темно. Мы не пойдем? Я даже не понимаю, куда идти. Я не знаю, тут в принципе ничего не видно. Вот я сейчас иду или нет? Очень страшно. Это твоя стихия, нуб экзе, страшилище какое-то. Так, оно закончится или нет уже когда-нибудь? Ребят. Я вижу эти руки. Слушай, какой же он страшный. Резко, я внутри. А здесь еще одни эти нубы бегают. Слышишь, тут прямо, тут тоже нубы эти, почему? Так, они ну кровати нападают? Какие-то. Да, они нападают, ой. Они нападают, леска. Слушай, давай, давай это на всякий случай тут полежим, короче, потому что мне кажется, то, что мы тут с тобой, возможно, не выживем даже. Ты где? Леска? Леска уже упала. Леска, капец, жесть просто, я не понимаю, что с ней не так. Ладно. Леска, я пошел пока что всю эту территорию Жеди, разведывать. Я тебя не вижу, у меня... Нубик? Где ты? Я в закулисье, Леска, это закулисье, снова закулисье, где в котором бегает просто огромное количество нубов, они просто на каждом углу здесь. Я как от них оторваться куда-то? Вообще? Я не понимаю. Так, что это такое? Отстань от меня, пожалуйста, отстань от меня. Это что это такое? Экзе, экзе, отойди от меня, пожалуйста. Нубик, какое-то землетрясение началось, отпусти так, меня. Я иду. Стоп, почему тут какие-то лисы что везде нарисованы? Что это такое, а? Так, еще один. Ой-ой-ой-ой, это сильно мне поможет. Это мне безумно сильно поможет. Капец. Так, ну, Леска, я... мне помощь твоя нужна. Где ты находишься-то? Я вижу. Что делать? Там кого кто? Видишь? Там нубы? Тут тоннели бесконечные. Откуда да ты появился вижу, возле меня? Чуть не понял. Ой, там рожи какие-то страшные. Ай, кто? Откуда он вылез? Я видел то, что там рожа страшная. Это везде. Моя армия. Я вижу, Нубик, я понял, Леска. Просто бегай по этому закулисью. Мне кажется, нам нужно с тобой какой-то один выход найти. Так. О, Жеди. ничего себе, что? Жеди, ой, ёпта, ты меня испугала. Возьми. Ой, я тебе. А зачем ты яблоки сейчас съела? Вдруг они нам потом понадобятся. Я ничего не съела. Ай, уйдите. Уйди отсюда! Сколько они тут все на нас нападают? Жеди, так, отстань. Леска. Ладно, да. Я иду. Я иду, обыскиваю все тоннели. Так, стой, это ты, да? Стой, я здесь был, по-моему. Отстань от меня! Яблоки возьмешь или нет? Бегай за мной, не надо мне яблоки, у меня пистолетики есть, у меня все хорошо. Здесь еще один. А у меня-то нет ничего. Так, а что если вот... А искать надо сундуки, чтобы было... Есть. Фу, все, две гранатки, это неплохо. О, Леска, иди сюда, я железные шлема нашел. Уйди. Так, ладно, пока. Потом тебе отдам все. Так, я пока что побежал. Слушай, я назад пришел, я вернулся назад просто. Надо куда-то направо выбежать. Стой, здесь... Тут рожа, подожди, вот эту рожу я видела уже. Тупик. Тут я тоже была. А вот здесь я не был. Вот здесь меня 100% не было, я этого не помню. Нет, эту надпись Шеди я помню на стене. Этот сундук я тоже лутал. Что ж такое-то? Бесконечное закулисье. Ты, похоже, куда идти-то? Уже. Не, Леска, ты что, тут быть не можешь? Закулисье, оно гигантское просто. Оно да такого быть не может. О, вот Нубик. А что ты тут решетку какую-то поставил, я чуть не понимаю. Это так, стоп. Для тех, кто не выбирается за здесь час. Я тоже был, и что-то я... Я тебе говорю, что мы по кругу ходим. Я не понимаю тогда. Стоп, а как отсюда выбраться, если тут... Вот я мечи нашел, кстати, железные. Как отсюда выбраться, если отсюда невозможно выбраться? Опять вот это, смотри, я хожу помимо всего прочего. Хотя... Ой, а тут какая-то решетка, подожди-ка. Это Нубик что-то поставил, там ее там не было на самом деле. Клетка большая. Это ее не было, Нубик поставил. Здесь была комната, я здесь был уже. Я здесь уже бегал. Была. Так, все, тогда я тут не так, был. Сейчас а попробуем такое? Кое-что. Что вы ничего не делаю, все нормально. Все на... О! А тут... Смотри! А тут вода. Там за кулисами, за кулисами. Леска, то есть понимаешь, я думал, что можно сломать стену где? И выбраться отсюда, но нет, это тоже нельзя покажи. Сделать. Если ты ломаешь стену, то там закулисье продолжается. И здесь нубы повсюду еще одни. Слушай, просто так это повсюду. Вообще бесконечность. Да, Леска, это бесконечность. Так, я нашла Ульяй, отстань от меня. Отлично, то, что ты нашла. Это круто очень. Это очень круто. Ой, я слышу, как ты там палишь. Бешеные, так, да? Ну пока что я так и не понимаю, что... Ай, я пытаюсь уйти в другую от меня... Сторону.
что ж такое-то? Пока я так и не понимаю, что нам с тобой нужно найти. Я просто не нашел ничего того, что бы могло показаться кости. Просто косточки нашел в сундуке. Ну, круто, конечно. Еще одни. На меня трое напало, Леска. Просто трое на меня напало. Где-то, давай. Я в каком-то углу здесь. А нет, Леска, я что-то вижу. Я что-то вижу сейчас. Погоди. Вижу какую-то железную дверь, по-моему. Да, смотри. Дверь, кажется. Да. Нужна карта написана. Прикинь? Опа. Да. Мы, получается, с тобой еще не все обыскали, если там написано то, что нужна карта. Ха-ха написано. Что здесь Нубик, еще? Вот Леска, такое, железный нагрудник да, нашел. Да. Бронь, у меня бронь, иди ты сюда. На, ладно. Бери все вот это. Спасибо. Леска, мы ищем с тобой. Тогда мы с тобой еще пока что еще ищем. Слушай, пока у что... меня голова кружится, я ничего не понимаю уже. У меня очень тоже. Нагрудничек. Реально, просто... Куда не по себе, короче, здесь в этом закулисье дурацком. Какое-то мне прям не нравится. Мне прям не нравится. Хотя, знаешь, Леска, у меня такое чувство... Как будто бы мы все-таки с тобой все обыскали, мы. Или нет? Нет, мы с тобой реально обыскали, смотри. Нашли немного брони. Мы крутимся на месте. Нубик, что-то не понял, мы все нашли. Какого фига вообще происходит? Тут нет никакой карты. Выпускай давай нас, реально. Я вас провела. Обманул ты нас, что ли? В смысле обманул? Она была убита. Что она убила? Да ты совсем издеваешься, что ли? Ты не мог сразу сказать, зачем мы тогда бегали, сундуки эти искали? Открывай, ну хотя ладно, с другой стороны, тогда. Зато мы с тобой Леска бронь нашли. Держи, кстати. Да, кстати, этот, сейчас дальше нет, спасибо. Открой! Как его? Меч? Дверь. О, давай. Так. Да. А, смотри. Если там еще что-то впереди, опять, я боюсь. Да? Ты прошла все нормально? Пойдем. Да, я прошла. Пойдем, пойдем. Что это такое? Что это там я такое? Не знаю. Я не мы понимаю. Сейчас опять куда-нибудь провалимся, и я опять окажусь, не знаю где. О, Леска, это же эти! Это что? Это канаты, походу. Только у меня канатов нет. У меня канатов-то нет, в смысле, а как мы без канатов будем проходить это все, я что-то не понял. Так, посплю на всякий случай, опять же. Я посплю. Так, что нам делать-то? Как нам это, быть-то? Сколько спать-то? Да, это вам на канатах. Так ты дай нам эти канаты тогда. Хорошо. Крючок нам, да, этот, каково там вообще? Как нам проходить-то, я что-то не понимаю. Слушай, а погоди, а что если как-то... А там что-то нет. Есть наверху на этих алмазных кубиках? Нет, там ничего нет. Туда должны там цепляться одном... канаты, видимо, вот эти вот. Как будто кнопка на втором сверху. Да. Слушай, я даже не знаю тогда, как нам это все делать-то тут вообще. Нубик, ну что? Дай нам эти канаты наконец уже. Я развел, у меня не было. Какой развел? Время тянешь просто и все. Так, резко, все, пойдем. Слушай, я в каком-то просто обмане. Погнали. Я только не очень понимаю, знаешь, до этого были темные двери железные, а теперь на той стороне просто пустота. Это опять скам какой-то. План скам опять. Это какие-то точечки. Слушай, Нуби как Зе, а ты кроме мамонтов кого-нибудь скамил или нет вообще? Леска, я уже перелетел, а ты? Я только вас скамил. Ага. Только нас и можешь скамить. Есть, Леска, у меня получилось. Давай, Леска, ты сможешь. Ты сможешь, Леска. Чё с тобой? Леска? Нубик, ты тоже это видишь, да? Что с ней не так? Что с ней не так? Нубик, посмотри на нее, что с ней? Нубик, отпусти, что ты на ней издеваешься-то, отпусти ее. Я что-то не могу вылезти, что мне сделали? Нубик, верни ее сюда. Ладно, короче, Нубик, слушай. Ужас. Леска, в сундуке пусто, в смысле? Почему? А зачем ты я же тогда сказал рисковала? То, что мы если пройдем испытание, ты нас вернешь назад, сейчас и Нубик вернется. И все узнаем. В смысле, а когда она вернется? Куда ты ее дел-то вообще? Тогда, Шеди, я просто, я не знаю, он меня выкинул. Пощады. Ты понимаешь, вокруг меня пустота и все черное. Я не знаю, сейчас ой, я нет. найду выход. Подождите. Леска, нет, пожалуйста, ты. Тут коридоры. Какой тут пощады? Коридоры бесконечные. Он меня, походу, Леска, перекинул куда-то в следующее испытание. Ты понимаешь, он снова эту фигню, короче. Конечно. Он снова пустил эту фигню. Ай, Леска, Леска, мне такой кошмар приснился, ты просто офигеешь. Ты где, Леска? Нет, подожди, подожди. Мне что, приснилось, как будто кошмар. Бы, короче, нас Нубик какими-то тортиками накормил, короче, и просто какой-то нубас. Что мне то же самое? ИГЗ появился. Мне приснилось, что он стал нубом ИГЗ. Леска. Что? Леска. Леска, бежим! Леска, это не сон был! Бежим отсюда! Я не понимаю тогда вообще, что происходит с этим миром!
что ли? Друзья, если вы не понимаете так же, как и мы, что вообще происходит, то прямо сейчас пишите в комментариях, что это вообще за дичь такая творится. Ну, на связи был Шэдди Мэн. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока, уйди.